Народ, утро доброе всем. Ух, всем привет. Мы наконец-то глазки продрали. Мишка еще дрыхнет. Мишка дрыхнет еще. А у нас три сработки есть. Раз, два, три, четыре. Нет, три. И это хорошо, там как крокодил 10 килограмм. Вся река стоит вдоль деревни, вся уставлена палками. Да, да, все в кольях. Ну там со всеми делами. А что там? Лед я уже погрыз, зубы почистил. Снегом умылся. Сейчас пойду вон за елку. И той же елкой подотрусь. Вот так мы сурово отдыхаем. А вы как думали? Все, просыпаемся, одеваемся, собираемся. Я в палатку пошел. Эх, шерпыч. Эх. Все тает, ребят. Все тает. Ну, шерпа точно тает. Все. Все протаивает, обтаивает. Так, пойдем в палатку. Никого не было. Никто не приезжал. Палатки у нас, ребят, плюс 12. Ну и на улице тепло. Осталось у нас 78% зарядки, поэтому пока что заряжаться даже не будем. Смысла нету. Итак, мы готовим бутерброды. Времени 11. Какой черт дернул нас подняться сейчас? Так рано, да? Да, такую рань. Непонятно. Ну да ладно. Три сработки. Сейчас попьем чаю, пойдем проверять, да? Да. Может, работает. А откуда у нас тут капало так? Ну вот отсюда капало. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть наше радио не затопило, а? Палатка-то эта. Ай-яй-яй-яй-яй. Это ты чего ж ты, зараза такая, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну так вот, палатка через форточку текла-текла. И утекла наша эта. Убирайте ноги. На улице теплынь, чуть ли не плюсовая. Поэтому аккумулятора столько и осталось. Оказалось, что остался еще один бутербродик недоделанный. Вот надо на него заготовочки заготовить. На тебе, Мишаня, колбасную жопу. Я поделюсь этим деликатесом с Налимом. Дело ваше. Назвали вы ее как-то так, неаппетитно совсем. Налим. Мини вкусная, она от этого. На. Благодарю вас.
Вкусно. Самое прекрасное в этом то, что это может быть где угодно. Да. Угу. Я согласен. Что я колбаску ем? А что я колбаску не ем? Все правильно, потому что я ее не взял. Поэтому я не ем. Пойду, не поймал. Пойду возьму колбаски, тоже буду есть. Итак, ребята, проверяем первую. Поставуху. Поставуху первую проверяем. Размотка. Размотка есть, да? Не вся, правда, размотка есть. Ну, пробуй. Да, есть. Есть, наверное. Есть хороший. Давай, расчищай. Да, дергается прямо. Есть налим, есть хороший, говорит Мишаня он. Да, прям чувствуется. Отлично. Так, надо. Герасим Васильевич, придется вам, наверное, багром поработать. Багром вон, да? Подожди. Ух ты. Да, там все очень здорово. Ух ты. Сейчас я его пущу. Еще раз его здорово завести. Стой, я сейчас уберу шум. Наоборот, ему страшно будет. Да не будет ему страшно. Снега лучше застрял, что ли. Снег лучше оставить. Да. Так. Не мешал. Нет, отпускаем. Не заходит, да? Не заходит. Да. Блин, леска-то для такого крокодила тонкая. Хороший там что-то. Я поэтому потихоньку. За трешечку, да, где-то? Да, сейчас увидим. Ну, такое, по ощущениям, что-то такое. Хорошая. Оп, 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 стоп. Ух ты! Давай. Чего себе? Хорошая. Ребята, это очень хороший такой. Отпускай, кидай его, кидай. Сейчас, ну-ка дай-ка. Слушай, ну вот за этим стоило ехать. Ну вот, ребят. Вот, ребятки, зачем... Ехали мы. Хороший, хороший. Слушай, вот таких пусть три, да? Да, ну три. Ну три. Ох, ребята, шикардос. Да. Шикардос. Прямо ну что, сейчас пойдем дальше проверять. Так. Вот такой красавчик, вот такой вот красавчик. Классно. Вот. Четверочка, наверное. У нас да. Весов-то нет с собой. Крутяк. Не зря мы здесь мучились, мерзли, доголодали, да? Да. Слушай, размотка не полная была, то есть он. Ну, он встал, может быть, да. На месте стоял. Да. Ну что, пошли, там вон еще два кирпича сидят. Пойдем. Шикарно. Туда можно корешку подсадить или эту креветку какую-нибудь. Да, попробовать. Надо в ряд. Слушай, надо будет в ряд переставить, да, сегодня. И прям можно. Вот туда вот прям, можно, да? Можно будет в ряд и прям это плотнее, плотно-плотно поставить. Буквально там через. Ну вот они, видишь, ставят. Ну вот, не, вот Коля, видишь, как стоят у них? Ну да, через там 2-3 метра. Ну, грубо говоря. Вот этот, вот на этом ряду, видишь, у нас все вот. Поклевки. Все. И вот туда вот выставимся. А? Да, а можно туда тоже переставить, прям к берегу. Может быть. Можно там возле вездехода поставить. Тут, ребята, еще не знаем, как тут ловить, как что ловят. Всех по-разному. Ну, вот по своей технологии поле закрыли, а оказывается, тут поляне не закрывают. Ну что, Герасим, теперь вашу очередь вынимать. Давай. Сейчас я его виниму. Вимину. Короче, виниму. Минимум. Есть. Ну, не крупный. Не крупный. Не факт. Не крупный. Ах ты. Опа. Это скорее всего. Это зеленый. Это папка. Онежский. Папка, да. Они маленькие папки. Так, ладно. Так. Вадим, берем твой инструмент. О, работает. Да, все. Пошли. Это не считается, блин. Ну вот это еще будешь вынимать сейчас. Главное, что есть. Опа! Хорош. А здесь хорошо.
Ну, получше. Ну, тоже не скажу, что крокодил. Эх. Эх. Тут ну, ничего. Наживку оставил, смотри нам. Ну, ничего, у нас же есть уже, значит. Зато у тебя два. Да, зато у меня два. О, шикарно. Хорошо, блин. Так, три налимчика есть у нас. Я бы даже сказал, с такими размерами у нас есть налимов 6 или 7. Да. Ну, это мелкие, да. Да. Будут ловиться на креветку. Там фарватер. Фарватерный налим. Фарматерный налим. Фарматерный точно. Трансформаторный. Решил я вездеходом накатать, чтобы по снегу не лазить нам. Сделаем сейчас плацдарм. Целый. Так, раз, два, пять, восемь, и поле для футбола готово. Можно играть? Ну что у нас, передых прошел. Сейчас будем переставлять поставухи наши. Вот сюда Мишаня уже приготовил для них. А еще ряд будет или что? А я пойду соберу рыб наших. Миша, норму вылова нарушать нельзя. На сегодня мы наловили рыбу. 5 да. килограмм, а на человека. У нас да. еще есть, можно килограммчика два добрать. Так на человека или на человеке? На человека. Ну а что, лишнее поймаем, придется сегодня съесть прям. Да, с собой никак. Как палево, с собой никак, да. Вот так вот. Переносим поставушки. Вряд они работать тут не хотят, потому как налимы просто сваливаются, не гуляют. Вот. Поэтому мы их перенесем поперечно. Перпендикулярно реке. Гер, глянь, глубина-то какая здесь. Во, глубина. Мало, да? Да. Вот, ребят, переставили все вот отсюда поставухи вот так вот в два ряда поперек и туда к берегу ушли. Оставили только одну вот там вот самую мордастую, да, на которую жирный налим попался. Ну, судя по фотографиям, это не самый жирный, который здесь ловился. Я видел пожирнее. Ребята на 12 доставали. Вот. Но это не под нашу снасть. Мы на следующий год подготовимся. Ну, на да. капроновом шнуре у нас будет все. Миллиметровый тросик стальной, я думаю, будет вполне да. достаточно. Да. На конце карабин. В общем, пойдем сейчас поищем рыбку здесь, походим. Может где-то ямку найдем, еще что-нибудь. Какую-нибудь, просто так, чтобы время-то убить. Чего ж сидеть-то так, без толку. Тан-тан. Ну, чуть холодеет, я вам скажу. Чуть холодеет. Это хорошо. Время к обеду, а это значит... Фу. Все, пьем чай. У нас будет интересное изучение водоема. Пойдем с камеры смотреть, что тут есть. Ну, может, рыбу какую-нибудь увидим. Я еще ни одну рыбу в камеру не видел. Стесняются рыбы. Камеры боятся. Thank you.
случае, мне кажется, наоборот. Толще еще здесь, да? Да, еще толще. Вымойкнем. Все тоже течение, наверное. Да ну ты знаешь что, походить, да по это по лункам покидать. Может где-то окунь не будет открываться. Аккумулятор не надо, да? У нас сколько? Дырок 40, наверное, пробил уже, да? Побольше, наверное. Да. Здесь дно поинтересней, под самым берегом-то. Оп. Оп, коряшки какие-то есть. Никого не вижу. Слушай, у меня идея есть. Если глубина-то метра два, может, какую-нибудь дры найдем, палку, и к ней примотаем камеру, чтобы крутить можно было. Раз. Тун-тун-тун-тун-тун. Давай. Эпоха возрождения, экспрессионизм. Картина, мы всегда рады вам. Не влезай, убьет. Рад представить вам автора. Да, я рисовал сам. Мне нравится. Шедевр! Да. Ребят, вот так рождался Шерп. Мастер брал и просто отсекал все лишнее. Да, получился Шерп. Да. Сейчас тут поработаю. Потом готовить пойду. Дел-то у меня немало. Все, заботы, заботы. Не говори. Ну вот, ребят, сейчас все сделаем по фэншую, как было. До того, как оно стало так, как сейчас стало. Вот он у нас, главная борода. Борода на трусах. Ты так оббил. Сейчас погодим, отобьем, попробуем. Так, сяк. Дыру не пройдет в трусах. Да, главное. Блин, да, надо какое-то в нее тепло давать. У нас мы можем то тепло дать. У нас же есть выход на палатку. О, у нас тут какие куски какие отваливаются. Прям. О. Ура! Победа! Так, осталось отсюда отколотиться. Вот это добро все отбить. И будет у нас машинка гораздо потише ехать теперь. У нас, по-моему, намечается гриль. О, гриль. Вон, посмотрите, сколько у нас там ого-го льда наморозилось. Все это шумело низкой частотой по ушам. Прям гул стоял, как от реактивного самолета. Ну, какие тут на нас айсберги отваливаются. Я вот знаешь, что подумал? Что после угриля у нас будет осон. После обеденный. Заправдышный послеобеденный сон. Может быть. Балканские колбаски, чевапчичи будут. Из мраморной коровы. Так, ладно. Приступим. Все прогрето. Можно, как говорится, начинать. Ну, посмотрите, сколько всего от вездехода отвалилось. Килограмм лишних, наверное, 100. А мы еще жаловались. Шерпик, почему ты так медленно выходишь на лед? Это все потому, что на нем льда много. Нас
стороны вибасты выхлопной трубы всегда чисто. Поедем, выскочит. О, у нас вроде как все хорошо срастается. Вездеход очистился. А? Вездеход очистился. Да, полуфабрикат готов. Сейчас что доделать надо. И я пойду закончу. Уберу инструменты. Ребята, просто приготовить чевапчичи, это будет слишком просто. Мы теперь их еще завернули в мексиканские лепешки. С сыром. Добавили туда сыра, перчика, жареного лучка. И вот так вот теперь мы их запечем. Кто хотел сказать, что Мишку не кормят? Ай, красота какая получается-то. Вот это да. Вот это да. Вот это вы видали? Что у нас тут выходит? С ума сойти. Ладно. После такого обеда точно придется поспать. Зажарки наши готовы. Вкуснотюшие. Осталось только съесть. Осталось съесть, да. Чем мы сейчас и займемся. Делать, ребята, больше нечего просто. Рыбы никакой нету. Кроме налима и тот, который ночью идет. Ну, я говорю, мы еще не в налиме путину здесь. И так-то у них тут и днем она ловится, и всегда ловится. Это налима. Только лови. Да, только лови. Уже 4 часа и начинает темнеть. Уже надо зажигать свет в палатке. Потому что без света, смотрите, уже как. Уже все мрачновато. О, ну что ж, пожалуй, и займемся. Опа! Чевапчичи! Вот у нас лежит поленница. Вкусный дров. Да. Хрумочка. Я, ребят, чуть-чуть передержал ее. Хрумочка получилась. Мы показываем только одной стороной. Вторая вот такая вот. Нормально. А вот это Мишкина, кстати. Что-то он ее не берет. Смотрю. Я думал, ты ошибешься. Ну. Ты это запомнил, да? Ну так вообще классно, смотри. Офигеть. Все, парни, это, наверное, пенсия. Фу. Времени 16:41. А я лег уже спать. Фу. Или это просто кайфовое состояние, свежий воздух. И ничего не делание. Фу. Общая замученность организма в городе. А здесь хорошо. Можно просто целыми днями спать, спать, спать. Проснусь часиков через 5. Пойду постучу на лима. Попробую. На улице уже темнеет. Ладно. Буду отдыхать. Сейчас Мишка придет тоже. Мы поели вкусно. О, ребята, у нас работочка одна есть. Надо позвать, поделиться этой радостью с Герасимом Васильевичем. Он как раз только что лег, так сказать, отдохнуть. А я его возрадую. Герасим Васильевич, а знаете ли вы, что налимы проявили активность? Да ладно, и у нас есть сработка. Это не ты поднял? Нет. Тогда пошли, одевайся.
Блин! Не, ну если хочешь, я... тонкие штаны одену. Ежели хочешь, я один посмотрю. Не-не-не, я пойду посмотри, ты че. Все, давай, вон, прямо ближе, ближе, ближний к палатке у нас. А, береговые? Не, вот этот, смотри, вот он. Нет, не, а это сработка. Здесь мелкий, мелкая глубина здесь. Так, ребята, мне надо почаще ложиться спать. Только глаза закрыл, вам сказал, что буду спать часиков 5. Во, сработка, пожалуйста. Бам! Сейчас идем смотреть с Мишаней вместе. Вдруг там что-то будет мощное, бомбовое. Мишаня! Ай да, смотреть. Что? Топоры, багры. А, багры, топоры. Да. Вдруг как на нас это чудовище нападет. Чем мы от него будем защищаться? Это точно. Я что? Да, давай. Это я ее ставил. Что, пусто? Блин, ну хоть пожевал его вообще, нет? Мусором зацепил. Да, что-то пришло мусором, жалко. Ну зараза. Ладно. Ложная тревога. А ну слушай меня, бойцы! Налим опить, проходу не давать! В течение 5 часов 5 сработок минимум! Вольно! Построение окончено! Постовухи проинструктированы! Налимы вышли! Главнокомандующий взводом постовух отправляется спать. Мишка на дежурстве. Ребят, видели, как он удочку поставил? Миша, покажи, как у тебя клевать будет. Палатку сложит нам нафиг. Здесь может. Десяточка как повиснет, как скинет палатку. Так, ребятки. 9 часов вечера мы проснулись, короче, ни в одном глазу. Мишка точит батончики протеиновые. У нас завтрак. Да. Сейчас пойдем рыбу ловить. Ну. Через пару часов. Мишаня батоны протеиновые точит. Я вам голову помыл. Нужна сила, чтобы сухим шампунем таскать. Да. Ловим, короче, бодряков. Вот у меня батончик тоже. Такой вкусный. Сейчас съем. Еще Гергерыч мне дал, он коровку с собой в поход. Он Левушке мне не дает, Левушке это его конфеты. А коровки мне дает. Вот. И баранок дал еще. Да, мы не просто дрыхнем. Мы заряжаемся. Ну если мюсли кушай. Нам нужны силы для того, чтобы бороться с наливами. В этом нам помогут мюсли. 10 вечера, ребят. Ждем клево. Угу. Ждем клево, читаем ваши комменты. Думаю, может стрим замутить. Благо, связь позволяет. Угу. Будет у нас прямая трансляция с лунок. Если найдем крепление для телефона, замутим стрим. А, 2 часа ночи. Я так что-то уже и не прикимаривался. Мишка дрыхнет еще. Посмотрел, постовухи все стоят, никто ничего не клюнул нигде. Сейчас, наверное, будем подниматься, да пойдем постучим, чуть посидим. Ой, на улице где-то градуса -3, -4. Тепло. Здесь 19 градусов. Фибаста на 18, стоит на 20, жарковато. Таких резинок налепили, очень удобные. Или посушить что-нибудь, или вещи закрепить, или еще что-нибудь сделать. Жук и гараж молодцы нам. Кунг обшили. Тепло стало. Шторочка вот такая вот есть. Чтобы не топить кабину. Очень экономично Вибаст работает тогда. Ну и в палатке у нас 2-й день. Работает уже Вибаст. Не так сильно холодно еще. За счет этого небольшой получается расход. Ну так, где-то, я скажу, где-то на сутки будет точно хватать Вибасты. Потом заряжаешься пару часов, и все, и опять за это самое сутки работаешь. Конечно,
что это не печка, это кайфово. Вот сейчас у нас там плюс 8 в палатке. Мы вообще не паримся никакими заморочками, там что-то это самое подбросить, там не подбросить. Там. Сейчас вон видос на диалоге о рыбалке смотрел, они там новую печку тестировали. Вот, у Костяна. Костян, привет тебе. Думаю, ну нафиг этот геморрой, мы попробовали одну зиму, пару раз с печкой съездили. Нет, не хочется. То полы прожжешь, то еще что-нибудь, блин. Тут дымом весь воняешь постоянно. Вот. Постоянно его подтапливать надо, что-то подделать. Ну, вебастер поставил, рубил, забыл, что у тебя тепло, постоянная температура, не надо. Завтра я вам днем покажу, будем собирать, когда всю эту конструкцию. Она у нас еще до конца не доработана, поэтому вам еще подробно не показываю. Но климат-контроль и то, что сутки можно отапливать палатку комфортным теплом, сухим воздухом теплым, без каких-то запахов. Это, конечно, здорово. Ну хорошо, позевываем. Вы что, сейчас кеморну часиков, потом будем подниматься. Завтра уже домой едем. Все уже завтра к вечеру. У нас план такой, что мы поедем через Ярославль. Мы заберем машину сами. Кстати, Диме большое спасибо за то, как он сделал этот перегон. Он сделал его совершенно бесплатно. Вот. Но мы оплатили только билеты и топливо, проживание, его питание. Вот. То есть он, а так он все бесплатно сделал. То есть за перегон он денег не взял. За что ему большое спасибо. Вот так вот, ребята из Ярославля. Вам всем большой привет. Харапулец. Знаете, какие он тут рулады выдавал? Я уже хотел поймать тигра подушкой. Ну и как обычно не записал. Так, ребят, ну что, я поднялся. Пойду сейчас постучу, посижу. Паста, ребят, работает. У нас в этом плане вообще самая супер палатка. А. Здесь у нас 12. Сейчас. Больше вроде и не надо. Так, ребят. Сейчас посмотрим, что-то на дальних волнах происходит. Вот, слушайтесь только вот. Оля-лей. Во, русскую речь поймал. Да. Ничего пока интересного, ребят. Но я вам скажу, когда ты вдали от цивилизации, вот такая штука очень может пригодиться. Так, скуку развеять, новости узнать какие-то. Что вообще в мире творится? Что-то конкретно по кому-то, конечно, не узнаешь. А так, что вообще обстановка? Ребят, сижу на Налима, стучу, короче. И Костяна смотрю. Не диалоги, а рыбалки. Кое-как подщипывает, оп-оп, стучит. Пока счет Костян выигрывает, короче. У меня ни одного, 2-0. Костя, привет тебе. Подсечка нужна резкая. Кость, я вам рассказываю про нашу печку. Вон там он гудит. Ни запаха дыма, нифига. Как нормально приходит. Все просто кайфово. Поставил плюс 15. Мурчит, урчит. Хорошо. Но не дешево. Что-то неохотно как-то. Вроде хвостик свежий наживил. Такой вот у нас модуль тут, обслуживающий все электричество. Зарядка батареек, USB-шки, всякие прикуриватели есть. И все это подключается к аккумулятору. Либо к солнечной панели еще можно подключить. Все, ребятки, не хочу больше рыбачить. Пойду отдыхать. Что тут у нас с батареей? 61%. Еще на 43 часа хватит. Ну что ж, неплохо. Весьма. Ставим вебасту на минималочку на 8 градусов. И оставляем так. Можно уходить.
Я думаю, что меня рубит постоянно так. А у меня, ребят, пуэр закончился. И я стал иван-чай пить. А он, оказывается, просто успокаивающий. Я сплю, блин, и днем сплю, и вечером сплю. Всегда спать хочется. Думаю, слушай, Аня, что же это такое? Что же нас, как пенсионеров-то, рубит? 4 часа дня нас уже рубит. В 10 встали, в 4 уже все. А мы целый день хлещем чай этот, радуемся. Видите, мы какой и бомбасину сделали, трубу такую под багажник. В него можно будет спиннинг класть, либо можно будет спиннинги действительно складывать. Побольше трубу чуть-чуть взять, прям с катушкой будут заходить. А сейчас мы туда трубу от вибасты кладем. Вот так вот. Конечно, кипрский чай, иван-чай, он пенсионерский. Выпил и все, рубает, блин. Сейчас вот пару кружек хлопнул. Мишку он до сих пор выхлёстывает. Бедолагу. Даже на рыбалку не просыпался. Вот. Проснемся там у нас. Ну пусть хоть пару сработочек-то будет, а. Нельзя же совсем без сработок-то.